Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая. В стране вырос уровень потребления, увеличился объем внешней торговли. Банк прогнозирует, что рост составит до 6,8%. Банк уже второй раз повысил прогноз по росту экономики Китая с 6,5% в апреле до 6,7% в октябре. Власти предприняли ряд мер для уменьшения макроэкономических дисбалансов. Таким образом, Китай сохранил устойчивость экономического роста и усилил динамику реформ, считает ведущий экономист Всемирного банка Джон Литвак. По его словам, в стране отмечалось восстановление активного вклада чистого экспорта в рост экономики, увеличилось количество новых рабочих мест, стабилизировался отток капитала и местный юань подорожал по отношению к американскому доллару. Согласно таможенным данным, Поднебесная активно продвигает научный рынок, а именно продает электромеханическое оборудование и высокотехнологическую продукцию. Однако, согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Китая в 2018 году замедлился до 6,4%. На самом деле, в 2017 году Китай старался замедлить рост ВВП, принимая для этого различные меры. Главная задача нынешнего правительства – изменить структуру экономики и перейти к высококачественному развитию. Именно таким образом можно достичь долгосрочного и равномерного роста. В первом квартале этого года ВВП вырос до 6,8%, из них 4,5% благодаря росту уровня потребления, а 2,3% за счет инвестиций. Мы считаем, что это очень хороший показатель.